между двумя шоками. У тебя есть лед, земля, основные шоки, которые наносят урон под элемами. Угу. То есть, и когда у тебя лава откулдаунится, ты ее кидаешь между вот ледом. Ну, лед, земля, они имеют КД. 4 секунды. А давайте, может быть, убьем босса. Ну, давайте. Давайте, работаем. Вы его стартуете, мы начнем его бить. Вот это в общем, когда у тебя под элемом идет фаза, ты лед-земля чередуешь, у тебя там есть 2 секунды, чтобы какой-то каст кинуть. Этот каст в основном либо огненный шок, либо лава, если КД на лаву откатился. Потом. И ты чередуешь их. Каст кикать, да? У него все касты кикаются? Огненный. Это... Вадикон, а ты вот когда Лема нового сделали, ты на манекене стоял, все это проверял? Ну, изначально, да. Ну а так, чтобы сейчас просто... Сейчас так играют. Чисто общая... А, зеленая пара, смотрите. Чисто общая ситуация, чтобы все понять. Милики, отойдите от лужи. Переведи босс. Крестик, выйди с рейда. Крестик, выйди с рейда. Крестик, выйди. Люди, отойдите от крестика, а крестик, выйди с рейда. В следующий раз быстрее это сделайте. На ком появляется черепок, в то место прилетит сокрушающая стрела. Надо дойти на 15 метров. Отошли? Кто отлетел, вы не успели отойти. Эта хуйня на хэме шотает. Бестселлер. Стоп, не дамаг, почили. Черепок. Ну, это, относитесь к этому, как, я не знаю, как... Крестик, выйди с рейда, крестик. Крестик. Где он? Сокрушение отошли. Кого откидывают, вы воспринимаете это как, я не знаю, как тренировку какую-то. Джайна намного сложнее будет. Но там навыки вот эти пригодятся. Отбегание из луж, смотреть, где метка, на кого кидается. Из лучей выпрыгнуть. Вот куда упала лужа новая, туда встаем. Там увеличивается скорость коста и урон. Отбегаем, сокрушение летит туда, видите? Сейчас смотри, откинет. 10 человек откидывало. Ноль реакции. Я просто вот... Крестик, выйди с рейда, Вадикон. Вадикон, выйди, Вадикон, выйди, Вадикон, выйди. Сокрушение прилетело. Сокрушение в новую встаем. Новое сокрушение прилетело, сюда встаем. Звезда стоит на мне. Я не отлетаю ни разу. Скоро будет крестик, готовьтесь. Вот сокрушение отошли, либо лево, либо право. Быстрее только. Вот видите, челики не успевают тут идти. Изготовимся, крестик на кого-то появится. Выйди, Бен. Протонись, блинканись отсюда. От нас, быстрее, быстрее, быстрее. Нас полетит стрела. Вот, отошли. И заходим обратно. Просто к тому, что у меня вот, допустим, хил, я за Элема никогда не играл. Вот мне, чтобы все это понять, отошли сокрушения. Надо прочитать, наверное, все способности, что сколько бьет, и какая способность апается в Т4. Блин, я бы тут уже наверняка собрал половину протовара. Возможно. А у тебя 4-4 на шамане есть на Элеме? У меня просто... Буду делать протон, но мне шматок вообще нету. Не заходите, назад вернитесь к воротам. Уйдите оттуда, назад вернитесь к звезде. Не надо, запустится босс, вы эпаться будем. Чё за... Ну, не надо, не лезьте. Вот рыба. Значит, Войд, не бейте пока Юксарона сейчас, я быстренько это докачаю обновы за личиком. Так. Не знаю, брать Орахеля в комнату, да? Или нет? Так, давай, ладно, попробуем. Значит, теперь Авелания пойдешь. Бестселлер пойдешь в комнату? Хотя, блядь, лучше РДД наверху. Рарник пойдет. Берем то молоко. Кабло, напомни, кто это. Кает Зози, пойдешь? Ты вроде был.
Или не был ты в комнате, я не помню, ты сверху был? Я вверху был. Сейчас пойдешь в комнату, потестишь, короче, чего там. Так, мага заменить. Давай, я ханта. Я вообще знаю, что делать. Ханта возьмем. Ханта сюда. Ворохили, смотри, мы пачка четвертая. Ты на ханта больше внимания обращай. Ну, совы, в принципе, себя сами могут хильнуть. Бурибая пойдет. Это мы в дырки лезем, да? На это в дырки мы лезем. Так, Катрисия на коте пойдет. И еще одно тело нам надо в комнату. Кто? А, вот история, все, нашел. Нормально. Остальные все сверху остаются. То есть, пятая пати хилов сверху остается. И первая, вторая пати остается сверху. Полностью. А что в комнате делать? В комнате, значит, будет вокруг босса 10 порталов. Левую сторону берет третья группа, правую сторону берет четвертая группа. Нашу группу вожу я, группу левую будет водить Катрисия. Вот тебе помощник. Давай, на тебе будет кружок, на мне звездочка. Так, вот кружок на Катрисии. Это в комнате. Значит, какой там смысл? Там три вида комнат, там появляются желтые либо драконы, либо эти какие-то мобы, блядь. Комната лича там темная, и две круговые комнаты с драконами и с манекенами. Вот. Во всех этих комнатах желтых мобов надо бить, они превращаются в щупальца. Эти щупальца возвращают 30% урона в виде урона тьмы. То есть, когда бьете, вы будете терять хп. То есть нужно аккуратненько бить. Мордаун в шп. Так. Так, сделаем. Значит, наверху пати, которая есть, так, диспел проклятие есть, болезни друид есть. Блять, паладина бы туда. Блять, я карбонару просто бы избрать. Слышишь? А кто с... Давай, давай, пошли. Похотаешь нас в комнате. Да. Давай, в Архиэле наверх оставим. Тебе какая метка? Звезда. Все, нашел, давай. Кто не первый не заходит? Заходит 10 человек. Вокруг босса 10 порталов. Лицо босса, ну, чтобы было понятно, находится вот здесь. 10. В обычке 4. В десятке 4. Вот здесь, где звезда, там лицо босса будет, когда он вылезет. Там будет пасть такая, зубы. Вот. Правую сторону берет, как мы сейчас смотрим на Сару, правую сторону берет четвертая пати. Ее веду я по правой стороне комнаты. Вот, со мной идут Вадикон, Карбонара хотает, Хисторию, ВП Ханта, и вы все бьете щупальца. По левой стороне идут за Катрисией, за кружком три ретрика, вот Авилания, Рарник, Бурибай, и Кает идет с вами. Вы тоже бьете ретрики. Ваша основная задача не бить щупальца и забыть обо всем, а подхиливать Катрисию, чтобы он не сдох, и ДКшника, и себя, чтобы вы не сдохли. Вот. Когда все щупальца умирают, открывается проход в мозг, который находится там, где вы появились, когда в комнату зашли. Он сзади будет. То есть убили щупальца, повернули назад камеру, и там будет проход. Мы туда пробегаем, хат даст скорость бега. Мы пробегаем туда, бьем мозг. На 30% мозг, босс переводится на третью фазу. Первая фаза легкая. Стоим в метке, в звездочке, в сове будете стоять. Вот. Вилаша танчит в центре мобов. Ну, основное... Основное, это будет по краям комнаты, вот это, где мы сейчас находимся, будут лучи зеленые. В них здравомыслие резается. Если там чуть упало, чуть что не понимаете, что происходит. Если до нуля опустится, вас возьмет босс под контроль. Если даже вас убить и резнуть, то вы все равно будете под контролем. Поэтому нельзя выходить из-под контроля. То есть, ну, попадать под йога, под контроль. А можно еще метку на Вархеля, который будет здесь наверху? Так, чтобы я примерно понимал, куда Вархель бить. Непосредственно... А Торима нету, может Торима присмотреть? О, не Торима этого. Не надо. Вилаша, ты помнишь, да, сбивать каз большому щупальцу? Наверху, напомню, милики, вы не бьете большое щупальце. И вообще приоритет по щупальцам два маленьких, потом большое. Ну там из миликов у вас только кабло и вар. Они там не знаю сколько мало, наверное, дают. Окей. Вот. Моя бич. Самое главное, Вархель, тут голос есть у тебя? Да, что надо. Это самый ответственный босс, с которого падает осколок. Так что подключайся. Тебе надо сказать, куда бегать и что бить, когда мы будем в комнате минуту мозг бить. Вот, так что руководишь первая, вторая пати и пятая твоей пати. А мы вот третья, четвертая, мы в комнату идем мозг убивать. Все, проверка. Сейчас стоим ровно в звездочке и тучки нельзя задевать. Окей. Слава, а почему мы сразу центра не можем забежать? Мне сюда и все, и там стоять чилить. Когда моб умирает, 15 тысяч урона носит. А это нормально. Пошли. За звездой идем.
Сразу начинаем двигаться от тех облаков, чтобы они до нас не дошли. Звезду видите все? Звезду. Все, и так и двигаемся. Они появляются автоматически по стандарту мобы эти. Дайте время, чтобы они дошли до танка. Немножко побьет, и потихоньку начинаем по ним бить. Постоянно двигаемся. Каст сбивается этот, если что. Если кто-то смелый... Да не спешите. Вот в переднюю, не забегите только. В звезде стойте. Передняя медленно двигается. Главное не задеть. Звезду видите там? Не отставай. Ну кто там прям по луже бежит? Блядь. Вар, ты мудак совсем, блядь. Встань нахуй в звезду, блядь. Извини. Хули извини, блядь. Звезду не видно, что ли? Ускоряйтесь. Я нахуя тут, блядь, ну вам объясняю. Да я понял. Ну сейчас они будут быстрее появляться, типа нам это проблем не будет сейчас. Короче, блядь, звезду разуйте глаза, блядь. Вас не просят что-то сверхъестественное делать. Все, я понял. Вот новый моб. Дайте ваши забрать. Вон. И ходим в звезде в сове. А там осталось двух мобов, да? Ну я не знаю, сколько-то там. Проходим, чтобы... Один. А, один, наверное. Один, два, не знаю. Давайте побольше по этому мобу дайте. Там. Да, чтоб еще один не вышел. Ну, выйдет, ничего страшного. Все, иди его там встречай, Виланша. Там сейчас босс вылезет, всех откинет. Моба подальше от рейда держите, под моба не подходите. Забери, Виланша. Ну, где она? Отойдите от него. Он когда умирает, взрывается. Зергайте его быстрее, фул дамаг по нему. Все, щупальца надо уже бить. Быстрее моба добили все. Моба быстрее все добили. Сейчас освободим. Диспелим полностью 4 вида дебафов. Все, щупальца играем. Это и второй убили, и пошли за большим. Где оно, блядь? На той стороне. Вон, перебегаем. На ту сторону. Идем, двигаемся. Эту пачку убьем. Сейчас два новых маленьких убьем и становимся. Вот черепок, который. Это лучи зеленые, отходим от них. Черепок, который ходит. Красный луч, сбегитесь, два человека с красным лучом, сбегитесь. Красным сбегитесь. Два человека с красным лучом, сбегитесь. Ну, а под луч. Зеленого убегать. Под зеленый-то не надо стать. Лок. Щепоч. Лок. Ты что? О, господи. Пиздец, кринж, нахуй. Бурябай, быстро вставай. Ты в Дисе, надеюсь? Катрися, резай в Улгрима. Все, нашли морду босса. Там звезда стоит, где морда. Третья, четвертая пати. Встаньте вокруг босса с назначенной вам стороны. Заходим в порталы. Заходим в порталы. Заходим в порталы. Идем за собой. Спиной к центру комнаты. Спиной к центру комнаты. Бить щупальца. Звездопад, дубовая кожа. Спиной. Спиной к черепкам. Быстрее, быстрее, быстрее. Ну по левой стороне почему никого нет? Убейте, пожалуйста, желтые щупальца. Вы их видите, нет? Пиздец, блять, вы вообще видите комнату? Пошли в мозг. 30 секунд осталось. Ну, средний результат. Все, кто снаружи, идите к тросану, к большому щупальцу. Его надо быстро слить. Нашли глазами порталы, черные дырки. По команде в них заходим, тыкаем. Остаться здесь нельзя, превратитесь и будете слугой Йоксарона. 5 секунд, готовимся. Встаем возле порталов. Сколько там секунд, не вижу. Все, нажимаем на мужика. Ну, в смысле, нажимаем на портал и выходим. Быстро, быстро, быстро вышли. И следующий щупальца будет через 20 секунд. Ну, уже через 15 примерно. Точнее, порталы. Также вокруг босса распределились. Зеленые лучики не словите, не умрите. Это помогли. Пошли, помогли. Вон щупальца кастует дебафы на весь рейд. Разлагающие. Всем видно, нет? К Войду подбеги, кто там? Со мной рядом в портал зайдешь. А, ты не заходишь, Орхель? Идите, бейте щупальца. Блять, вообще видите это щупальце? Череп поставил? Нет, или как? Быстрее зергайте его. От черепка отойдите. Бурибай в порталы должен заходить. От черепка отойдите, оно будет бесконечно перекидываться. В порталы заходим. Та же комната, то же самое. Спиной к центру. Дебаф, диспель с себя, рарник, болезнь, блять. Звездопад, дубовая кожа. Я не диспель, болезнь. Яд там был, яд диспелишь. Маленькая щупальца удушающая, быстро запинали, идем большую. Ну маленькая, вот одно добейте. Мозг быстрее, в мозг пошли. Сколько там процентов? Не знаю, не успеем. Или может успеем, но мужика сильно дамажим. Бурсты все даем, я припод даже выпил. Фул ДПС.
Те, кто снаружи, пошли на большое щупальце. Быстро, быстро. На мужика, короче, бьем. Должны убить до 30%. На 30% будет третья фаза. Когда выйдем, скажу, что делать. Поставлю себе метку, встанем себе перед лицом босса. Все. Портал нажали, встали в звезду. 3D-метку звезду подошли, спиной к боссу встали. Босса, милики, пока что бейте спиной повернитесь. Милики, бейте, поближе к боссу держи, чтобы милики могли в босса свечиться. На 1% бессмертного стража добивает Тори. На зеленый можно лучи ходить? Чего? Да, можно. Зеленые лучи. Да, можно, спиной. У меня 62 здравомыслия. Все, милики, играйте по этому и поворачивайтесь только когда босс не кидает эти лучи. Вот когда лучи, отворачиваемся, когда он смеется. Все, ну давайте Геру и настакивайте на боссе дот. Отвернулись. Все, весь босс. Это ХМ режим считается тут, потому что Мимирона нету. Все, и настакиваем на боссе дотки. Этого добьют сейчас. Okay. Отвернулись. Помимо урона еще здравомыслие тратит. Превратитесь еще по шоту эти полрейда. Вот здесь вот афлики пиздатые. Отвернулись. Захиливаемся. Отвернитесь, блять. Ну когда лучи идут на вас, значит вы лицо ебалом стоите, торгуете. Все, там хуйня осталась. Вот отвернулись. Максимум, что вы можете, один тик словить. Дальше надо отворачиваться. Все, повернулись, бьем. Вот сейчас сало даст. Вот во время этого каста кидается волонир в пасть боссу. Угу. Сейчас будет. Все, отвернулись. Повернулись, бьем. Какая красота. Ну, первый осколок. Сейчас не выпадет. Ну, может, ладно, кстати. Ладно. Выпадет. Не, может, тут не 100% шанс. Выпал. Вот я не знаю. На йоге же 70% за каждый хм по 5% накидывается. У нас просто у типов плюс 0 осколок не падал, я помню. Мы потом на форум писали и нам объясняли эту фигню. Что в плюс 0 есть 5% вероятность, что не упадет. Последний босс остался, Алгалон. Это у Юксарона просто озвучка, просто какая-то гребаная поротая. Не топовая озвучка. Куда прыгать? Ущ. Нет, знаешь, это... Портал вестибюль. Просто... Вестибюль, да. Прямо и направо. Последний босс остался. Мой самый нелюбимый босс. Да изи. Лагает люто. Надо подумать. Главное в кару небесную зайти. Да, летишь. Да, Катрисе, ты же это нормально шаришь. Короче, нужен ассист с миликов кто-то. Вилания, сможешь? Понимаешь, что делать со звездиями? Там надо будет таунтить их. Свести их просто в. Да, в дырки. С большими, да, то есть по боссу сильно не разыгрываться, а ну, не ебанется и так. Вот, значит, помогаешь именно танкам заводить, потому что там в одного не успеваешь три этих хуйни завести. Значит, надо мне помощь. Вадикон, в принципе, мы с тобой должны справиться. Остальные пускай хуярят по боссу. Или... А что делать, я не знаю. Я буду метку ставить звезду, просто будешь по ней играть. Ну, я буду по ней играть, и ты тоже будешь по ней. Задача, как можно быстрее ее слить. Вот, там звезда умирает, 15 тысяч по рейду урона наносится, и рейд захиливает, и мы следующую бьем. И так по кругу. Ну, там в зависимости от хп босса уже, это, как называется, в босса переведем свой дамаг. Остальные пускай по боссу сидят. Ебать, красиво, да. Босс очень, ну, это красивые ворота открываются, ну. Пока не заходите, на мостике тут стойте. Сейчас я рыбу здесь ебану на камнях. На камнях рыба. Окно охуенное. Короче, не знаю, пати не буду растасовывать, как есть, так и есть. Хотя, верну карбонару туда, там все таки будет. А, еще знаешь что, блядь? Этот самый рарник, может ты... А, подожди, Мордаун, давай в доп хила спекнись. Тут нужна будет шестой помощь, хила помощь. Слышь, МВП Хан, ты нам тоже с Вадиконом помогай по ассисту играть. Вот я сейчас на метку вытащу макрос. Вот. Вот такую буду я хуйню ставить, звездочку. Да, окей. Вот.
Самое главное... Я тебя помню, я тебя в цель сам возьму, чтобы видеть, что ты бьешь и все. Да-да. Самое главное, чтобы не сдохнуть, ну, три звездочки падают на полу. Они, если вот прям в ней стоишь, она 50 тысяч урона наносит, еще подкидывает вверх. Если типа от урона не сдох, то ты от падения сдохнешь. Вот, поэтому чем дальше от нее находишься, тем меньше урон. Если вот, например, вот как я от стены нахожусь, вот в таком расстоянии, то тут 1030 урона будет. Если вот в таком, 5000 где-то. А если вот так вот, метров на 15, вот как я от стены, от той стою, которая правая, то 1002 урона. От 3 звезд по 1002 урона примерно. Это все в абсорб уходит, легко захиливается. Это вот три точки красные на земле, огненные. Вот. Из мобов здесь звезды 4 штуки каждую минуту появляются. И созвездие. Созвездие заводит, рарник, помогаешь позаводить созвездие танком. Танки, ну, 300 и меняйтесь. Кто свободный, кто босса не танчит, тот заводит за созвездие. Вот, и чилит, в принципе. Хилы, приготовьтесь на бурстовый захил. То есть, щиты пробьет моментально. Если вдруг вторая звезда хлопнет, там, не знаю, то есть, бурстовый захил нужен. То есть, фулл рейд должен быть в щитах. Спекнулся мордаунт. Сейчас, 5 секунд, тут настроился. Холика зря, конечно, холик тут хуйня. ДЦ-шник. Может, ДЦ есть. Мордаунт? Лучше Но по ДДшу это я похилю. Не, ДЦшник попрофитнее будет. У нас есть ДЦ уже, светик ДЦ. Да. Блять. На мне первые три пачки, на тебя... Все. Да. Послушай, что я объясняю. Ну, Мордаунт, давай в ДЦ, и ты, короче, щитуй первую пати, вот эту самую лайтовую, и пятую пати. Вот именно на них сосредоточься. Как только КД, дальше там по усмотрению считаешь. А ты, Светик, считуй остальные пачки, которые остались, вот этих вот. То есть танков, пати, вот эти с миликами, они пожирнее все. Вот. И нормально будет. Нужны щиты именно вот как 15 секунд дебаф прошел, чтобы сразу щит был новый на человеке. Потому что он снесется сразу. С одной. Какую же там считывать? Пятую, четвертую, третью? Ты первую и пятую. То есть пати с магами, с собой и с хилами, с питью. Вот. Босс очень простой. Все, поели рыбу. Заходим, сейчас масло намажу. Анонсите, пожалуйста, когда забегать вот в тот мир другой нужно будет. Смотрите, на 90 секунде, сейчас поставлю вам метку, покажу. Вот, поставил 3D метку. Где она, сука? Сейчас, может, тут, а вот тут ставится. Вот смотрите, вот тут черная дыра, к примеру, да? Как заходить на него? Сейчас на себя метку поставлю. Кружок. Сделайте так, вот когда черные дыры появляются, и первые три созвездия появятся, их заведут в дырки, останется только одна. Потом появятся новые четыре. Я постараюсь зергануть сразу одну. Как только, говорю, скоро удар, подходим вот так вот недалеко, стоим возле черной дыры. Ну, если кара будет, соответственно, отбегаем. Вот, в черную дырку как заходите? Вот, босса выбираем в цель, он кастует удар. Там 8 или 10 секунд каст, долгий очень. Вот, смотрим на него, он там, 2-3 секунды прокастал, потом заходим. Вот так вот, не просто зашли и встали, а вот так вот подвигались, чтобы вас точно перекинуло. Вы исчезли, появились, и с того места, где она в свету стоит, эта дырка, отошли вот так вот, как кружок я показал. Вот, все. Дальше, когда он удар закончит в этой реальности, он выкинет вас автоматом. Стоите, внутри будут мобы. Мобы бьют там по 2000. Ну, то есть прожимки нажимайте, примораживайте магии, соответственно. Кто может на себя загреть там и не сдохнуть, тот это делает, то есть спасает остальных. Хилы хилят, соответственно, все очень просто. Не заходят в эту хуйню два танка. И, ШПшника нет у нас. Просто два танка не заходят. Они выживают под сейвами. И их фул захватывают перед заходом. Ну и все, в принципе. Танки меняться знают как. Рарник помогаешь позаводить созвездие. И играем по ассисту, вот ставят метки. Остальные по боссу играют, и от кара отбегают. Все, больше нихуя сложного. Зайдите за линию, кто там, с моста отойдите, он потому что это не считается... Закроется. Все готовы? Тыкните все равно, отчет потом начнется. Он тут подольше пиздит в начале первый пол. Как с первого трая бы... На, чувачку. У меня что-то ДБМ ебанулся. У меня тоже кару показывает. Секунд. 80. Сейчас вот как двигаться начнет, так и начнется бой. Я себе таймер включаю. 3 секунды осталось. 2, 1, 0. Все, сейчас Геру дайте, фул по боссу дайте, ДПСа много. И потом, когда звезды появятся, стопните АОЕ дамаг. Гера Кадевич. Вот как в Адикон метку поставлю звезду, сейчас уже через
через секунду вот появились. Все, забудь про босса, играй по звезде. Вот звезду поставил, МВП хант и Вадикон играем. Сейчас она взорвется, и рейд на фул надо поднять. Все, кара отошли. Вторая. Так, от кары отошли. Возле босса звезду поставил. Возле босса звезду поставил. Ту не бейте. Ну кто ее бьет, блять? Вот эту, которая без метки, не трогайте. Она сама еще по проценту хп теряет. Вот, взрыв. Взорвалось. Все, следующую. Рейд фул вроде. Все, следующую добили. Кары отошли. Красные точки отошли. Красные точки отошли. В дырки не зайдите. Созвездие в дырки заводим. Все, нормально, рейд живет. Шляпокляк, похуй, это не хил. Заводим, заводим, заводим. Смотрите, сейчас появятся новые 4 звезды, одну сразу зерганем. Врей умер, тоже похуй, пускай почилит. По боссу бьем в это время, пока что есть время. И сейчас готовимся, скоро звезда появится. Через секунду, вот звезда появилась. Выйдите с красной точки. С красной точки выйти, рейд на фул быстрее поднимаем. Поднимаем на фул. Звезду бьем и готовимся. Дырку нашли, глазами нашли дырку. Возле дырки встаем. Скоро будет суровый удар, готовимся. Суровый удар коснулся, секунду поставили, заходим в черный мир, заходим в черный мир. Отошли от того места, где вы стояли, чтобы когда выкинуло, вы не в черной дырке заново были. Все, все вышли. От кары отходим, следующую звезду поставил, Вадикон МВП хант бьем. Вадикон умер. МВП хант бей пока, я резну, Вадикон пока не вставай. Пока не вставай, сейчас взрыв прошел, рейд захильте. Вадикон, вставай, Вадикон, вставай. Вадикон. Давай захильте Вадикона, Войда захильте. Блять, не бейте никто звезды нахуй. Ничего, не уберите АОЕ свое. Не бейте. Мак, зачем ты бьешь? Все, теперь бьем эту. Вот, рейд на фул подняли. Все, теперь эту бьем. Бля, я случайно зашел. Кара отошли, кара отошли, кара отошли, кара отошли. Все, захиливаем рейд. Заводим также созвездие. Еще пачку звезд будем бить. Новые звезды, ставлю звезду. А Вадикон мы по хант играем. Вроде нормально живем. Созвездие заводите, но. Рарни, помогай. Не, захиливаем. Ну, блять, ГЦ, хули, молодец. Так, звезду поставил другую. Кара отходим. Кара отходим. Пиздец. Вадикон, резай в Археле. Бидон вставал куюзы. Захильте, захильте. Блять. Да нахуй. Сука. Ну не сложный же босс-то. Ебаный в рот. Захиливаем. Скоро суровый удар. К дырке черной подходим. Все, забудьте про звезды, потом побьем. Пол рейда лежит нахуй, вообще пиздец. Берегитесь. Ой, блять. Ладно, в пизду, стопайте, хил, падайте нахуй просто. Нихуя сложного же нету, блять. Ну, просто от кары отходите, все, в дырку зайти. Ну, не сложно же, нихуя тут три способности всего лишь. Кара отбежали, блять, звезды бьют три человека назначенных. Как ты сдыхаешь, Рами, кто тебя убил? Да нет, в лужу зашел. Зачем? Че, взрываю эти шары нахуй? Не надо ничего взрывать, умрите. Ты говоришь заводить, а куда их мобы? Ты говоришь, вайпаемся, все. Вайпаемся, вот видишь, рейд не заводил. Ну, черная дыра есть, за нее заходишь, за дыру, и таунтишь на другой стороне дыры, таунтишь созвездие, и оно идет в дырку заходить. Не, самому не надо заходить. Ну ладно, спишем на то, что люди первый раз. Ну, вроде ничего сложного нет. Самое главное, в дырку, вот звезды, которые я ставлю метки, они маленькие, такие незаметные, они сами по себе тратят по 1% хп. Просто я одну сагрил, потом переагрил. Они меняют агролист каждые 3 секунды. Они меняют свой агролист каждые 3 секунды. Они меняют цель каждые 3 секунды. Поэтому нужно их таунтить в нужный момент, именно когда они ближе всего к черной дыре. Когда они там сбрасывают агролист? Каждые 3 секунды меняют, сбрасывают агролист, звезды. Войт, может лучше я в холика прыгану? Зачем? Потому что у нас рейд что-то медленно захиливается. Потому что 3 хила сдохло, и вот он медленно и захиливается. Нет, у нас тоже на первую звезду взорвали, вторую взорвали, там что-то медленно заходит. Потому что я думал, там шаман в хиле, а там шаман оказывается ДД беспонтовый. Давай, Вилания, в хила дополнительного. Да, я же сразу говорил. Сейчас 15. Несложный босс вообще, так если посмотреть любой килл, когда на актуале били, чисто, там и ДПС меньше было, просто, ну, просто не умираешь, делаешь нормально все, еще заебись. Короче, понял, мне кажется, да? В геле будет весело. Понял, да, рарник, как заводить. Магия, можно столик?
Все, вот это самое главное, потому что там танк, когда свободен, он одну заведет, ты вторую заведешь. И это, пока эти еще-то я знаю, красные не взорвались, мобов не взрывайте. Звездочку. Ну это уже как, попадет, для этого у нас 2 ДЦ, чтобы щиты на всем рейде были. Ща топьюсь. Так, а за кого я давал, блять? Это за Везекса я давал. Рыбу ставлю. Мы уже все ушли туда, мы поставим. Ну, вроде МВП хант вот не дохнет. Блять. Нормально. Вадикон, ты как сдох? На каре или ничего? А я в портал залез. Меня просто пауки заели. Смотрите, это самое. В портале там 10 секунд вы по-любому находитесь. Ну, чтобы не попасть в портал, надо находиться там, где не бьют звездочку. Потому что на месте, где она умирает, появляется черная дыра. Обратите внимание сейчас. Поменьше по боссу поиграйте. Главное, чтобы рейд выжил, мы потом его легко убьем. А через 113 минут он, Алгалон исчезнет? Он съебется. Вот пидор нас. И скажешь, что мы пидоры. Ну, по стандарту он вообще час тут стоит. Говноед. Себастьяна делать хочет. Так, у нас есть второй. А, второй танк. Сейчас нам. Так что не думайте про ДПС, думайте про тактику, потому что это тут основополагающая хуйня. А так. в лифт нет поехал, да? Все готовы, давайте. Готовимся. Сейчас он, когда будет двигаться, так таймер запустится. Так, давайте Геру быстренько ДПС за 15 секунд несем, сколько можем. Потом начнем звезды бить. Все, звезды появились. Поставил меточку сразу зергами. Все, кара отошли. Новую поставил. Все, кара упала, захильте рейд на фул. Звезду бьем. Там под боссом нет звезд никаких умирающих, нормально. Звезду бьем. Дикон хант помогайте. Все, убили. Следующую звезду ставлю. Вот, рейд подняли вроде на фул, нормально. Следующую бьем. Скоро кара будет, через секунду. Вот, убили звезду. От кары отходим, от точек, от красных отходим. Быстрее, милики, не проебитесь. После кары рейд захиливаем и звезду бьем. И секунд 10 будет у нас босса побить. Все, хлопнули. Все, в лужи никто не попал, нормально. Все, босса немножко побьем, водикон. Все, сферы заводите. Ну, нормально. Смотрите, кара 2 секунды. Готовимся, красные точки на полу смотрим. Вышли. Новую звезду поставил, сразу разбить. Возле босса звезду не бейте, милики, фулл стоп АОЕ. Помогите звезду зергануть. Прям зергануть ее, чтобы она хлопнула. И готовимся, суровый удар скоро. Все, сейчас рейд на фул захиливаем. Встаем возле звезды. Суровый удар, секунда еще кастует. Все, заходим в дырку быстрее, не опоздайте. Захиливаемся в комнате. Себя друг друга хилим. Все, нормально, вышли. Возле босса, под боссом, кара вышли. Три красная хуйня вышли. Под боссом поставил звезду, бьем звезду. Рейд захиливайте на фул. Моревай. Под босс... Он меня не выпустил. Под босс звезду бьем. Ну, блядь. Значит, ты стоял там, где зашел. Бьем дальше. Нет, бьем дальше. Все, бьем дальше. Дикон умер. Помогайте звезду, ассисты. Все маги, помогай мне звезду бить. Так, а что у меня БР есть? Нет. Кара, выходим. Звезду поставил. Пока не бейте ее. Сейчас после кары рейд подхилят. У меня БР
Мне КД еще БР. Звезду, РДДшники, помогите убить звезду. Все РДДшники, забудьте про босса, блять. Это по тактике, надо бить звезду. Иначе будет коллапс, блять. Они умирают сами по себе. Следующую потом бьем, рейд фул. Следующую бьем сразу. Под боссом милики не ауешьте. Звезда под боссом не ауешьте. Звезда под боссом не ауешьте. Кара красная, отходим. Звезда взорвалась, отходим. Захилим рейд на фул хп. Новую звезду ставлю. Также заводим все. Новую звезду бьем, РДДшники. Все, зергайте. И следующую звезду ставлю. Милики не бейте. Отведите тут, милики не уешьте. Под боссом звезда у вас. Она без метки. Все, взрывается, захиливаем на фул. Захилим. И последняя под боссом. Кары отошли. В центре три кары падают. В суровый удар заходим, в суровый удар заходим. В дырку заходим, в черную дырку заходим. Блять, убьет нахуй. Да, я не успел добежать. Патрисия, Реса и Войда. Фул по боссу играем, звезды не бить. Только босса играем, только босса играем. Никто ничего не играет, только босса. Босса ровно в центр поставьте. Про звезды забыли. Кара отошли, я прям босс. Кара отошли. Кара отошли. Все, бьем только босса. Все, фул по боссу. Без АУЕ только точечно босса бейте, чтобы звезды не умерли. Они, когда будет 20%, 7% осталось, все эти мобы исчезнут, появятся 4 дырки. Фул по боссу бьем просто. Кара, готовимся выходить, скоро будет. 2 секунды. Просто босса бейте и все. 1%. Кара отошли. Под боссом тоже она падает. Все, теперь просто это манекен. Просто бьете и все. Ну, вот так вот для интереса, типа, не так относиться, что вот это мусор какой-то там, не знаю, 245-й шмот. Там. Просто Юля вылетела. Катрись, тихо, Катрись, забери, сколько у тебя стаков. Тихо, стопните. Отошли, Мелизона. Кара, отошли. Просто для интереса зайдите, посмотрите. Ну, быстрее кто-то, стаунтите босса, кто-то, любое тело. В медведя превратитесь, ДКшник какой-нибудь 50 на 50, быстрее нажмите. Вот. Надо босса добить, быстрее дамажим. Суровый, заходим. Блять, кому-то же надо остаться, кто-то должен остаться, нахуй. Он же шотнет всех, если все зайдут. Ой, блять. А, это ты живой? Бля, я думал, он умер. Все, нормально, добьем, наверное. Хуярьте сильнее. Да, должны. Просто видишь, зайти, и если чисто, ну, не хотите быть нубами, которые постоянно вот это все вводят там за ручку, зайдите, посмотрите, там нихуя сложного нет, действия все очень простые. Так же и на лича мы когда-то приходили, никто нихуя не понимал, и потом стали убивать нормально. Кара, выйдите. Все. Ну это калечное убийство, типа. Ну типа, ты говорил же, что когда в портал заходишь, нужно отбежать от этой метки. Ага. Я типа отбежал, ты говоришь, заходи. Ну, другой вариант, если, допустим, в светлом миру ты же не видишь, где звезды ногу разбивают. Скорее всего, бывает, что новую звезду разбили, появилась новая дырка, и ты стоял как раз в том месте, в темном миру, где это была дырка. Ты вышел и попал он заново в дырку. Ну, такой вариант может быть. Короче, анлакить. Я за этими сапогами. Что альфа? Альфа дает. Что альфа дает? Кольцо 239. Мега сапоги, наверное, пало. Катрис, я пропал, потому что какой-то молодец зауешил сверху. Я пропал в портал нахуй. И там танчил, блядь. Код отклика — это 239 кольцо. Или плащ там, плащ, по-моему, да? Не кольцо, плащ. А, Вилан не отдал. Сейчас не ливо, типа, конечно, 200, типа, дам еще за голову. А, что за код отклика альфа? Я же сказал, плащ 239. Блять, вроде все говоришь, как будто люди тебя замутали. Да блин, я немного сонный, мне время решу. Да, мне тоже без 20 получше. Больше может быть этот хрен. А время позднее. Так, 200. Что это такое, что за код? Маунт. Квестовый предмет, как голова, видимо, с Мактеридона. Че, Варахель, тяжко? А мы здесь второй раз, кстати. Представляешь? Насколько это тяжко? Войд. Не, Войда нету. Ой, я настолько люблю уйду. Дядя Слава, я могу еще хоть две пойти сейчас с радостью. Мне будет по кайфу. Есть еще два приста, если что. Я понял. Ё-моё, поделитесь. Я люблю очень уйду. Я на протика это хочу. Меня тут очень по душе. Я собираю протика здесь, походу. Ну все. Мне жаль, что я не могу на твою часто попадать, она очень рано пустит для меня. Я бы еще на твою с радостью ходил бы. Мы когда-нибудь, ну это...
Ну, что-нибудь со временем будем менять. Ну, я на поток ее ставлю. Я не то, что вот раз собрал и полгода не будем ходить. Мы будем сюда ходить на постоянной основе. Вот. Когда мы Келя с Вайшей убьем основным рейдом, который у нас еще, кстати говоря, слабо готов. То есть и люди какие-то уходят, и он постоянно меняется, и одеваться еще надо к нему готовиться. И печеньки еще не у всех ссылка есть. И даже 260-е не у всех есть. Вон взять МВП Ханта. Он просто долго не играл, а Челик-то на самом деле играет нормально, заебись. Вот. Просто нам еще подготавливаться много времени надо. Вот. И у меня в планах убрать из РТ ГМХМ РС-ку. Там посмотрим, может быть, даже ТТГшку тоже уберу. И оставлю ее на свободных щах. Вот как ульда была днем, вот на таких щах я ее оставлю. И в основном РТ останутся только Гера, ОКЗС, обычки, то есть именно вот эти. Ну и ЦЛК обычки, соответственно. Они простые, сами знаете, полтора часа и все готово. А сейчас ТТГ, ГМХМ один рейд не лишний? Ну... Слушай, ну я даже не знаю. Просто вот так, если... Ну, мне кажется, кому надо, типа, тех сводить, а остальным, ну, мы принудительно идем. Ну, ГМХМ сколько там закрывать? По 20 минут, если все нормально. Слушай, ну я даже не знаю. А ну, видишь, для чего этот рейд существует? Он для того, что если новый человек придет, мы-то можем сходить, а новый человек не попадет. Он именно для того, чтобы новые какие-то люди заходили. Ну, мне, я просто к тому, что мне кажется, что одного рейда ТТГ и ГМХМ хватит, чтобы и новых людей запихнуть, и старым печеньки добавить, и ну, ТТГшные шмотки те же добить. Потому что второй рейд, он уже такой через силу собирается с твинков и там, ну, с мейнов, которым ничего не надо, просто для количества берутся. Короче, думаете, надо отменить вторые рейды? Да, ну не вторые, а именно ТТГ и ГМХМ. То есть ЦЛК, ну, так это... не денется, а осколки нужны. А ТТГ, ГМХМ можно просто один рейд проводить тем, кому надо. ТТГ, вот ТТГ проблем нет. Можно пойти десятки пачками, зафармить. Ну да, типа ты 25-ку одну в четверг проводишь, а дальше просто десятками, если кому-то там на твинка или тому-то, тому другому надо, то есть это не проблема, мне кажется. Какая разница? Ну, едва они быстро проносят. Ребят, там полчаса, что там, на все. Я не знаю, что из этого. Это полчаса, это... если люди знают, а если люди не знают, то в основном убивают. Там 2 часа нормально превращается. Надо хорошее. Справедливости ради, если люди не знают, их просто кидают на замену и все равно дальше идут. Да. Это, кстати, не плюс сейчас был, ну, комментарий имею в виду. Ну, я понимаю. Просто мне кажется, что одного рейда хватает, чтобы... те же 6 печенек и ТТГ ГМХМ одеть людей. Ну, по факту, просто ситуация в том, что вот ГМХМ, допустим, есть для новых людей, потом новые люди оказываются бичи, потому что первый раз их кидают на замену, и все равно идут те, кто кому там ничего уже, в принципе... Ну, потому что там всего лишь... Ну, так, ну ты...